Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2. Так, я юзал буст в прошлый раз, правильно? Я заюзал этот стенорех электрион. А чё я ещё заюзал? Так, магнит эталажа мы сразу выкапываем. Ну, у нас растений дофигища. Это тоже нам не нужно, мы её выкапываем. Ну, ромашка, ладно, она нам даст монетки. Но не везет нам с растениями. Ну, пушка, конечно, тоже у нее буст такой себе, слабенький. Ну, блин, не, пушку я заменю, пушка мне вообще не нравится. О, кукуруза. Вот у кукурузы хороший буст. Так, окей. Все, поехали. Дальше, сейчас попробуем пройти тогда 5-й левел. Посмотрим, получится, не получится. Должно, я думаю, получиться. Так, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Блин, ну тут, конечно, зомбаки собраны эпично со всех этих. Со всех мест. Так, ну я единственное, тут не вижу особо смысла изобретать тоже велик. Хорошей тактикой мы играем. Если тактика хорошая, она работает. Если она не хорошая, она не работает. Так, лучок еще надо взять. А, вот мне еще вот эту лажу засунули, да? Непонятно зачем. Я, как говорится, ее не звал, а мне ее засунули. Ну ладно. Возьмем стенорех. Все, let's rock. Что она делает, не знаю, но проверим. Какой-то вертолетик, блин. Блин, тут тоже желательно бы играть через этих. Ой, не, здесь, короче, так не пойдет. Ну, давайте, единственное, я хочу посмотреть, что делает эта штука. Это тоже что-то на ближний, я так понимаю, бой. А ну-ка. А-а-а, все, она типа убивает. То есть она как... Я понял. Она может убить, как бы, своей этой хренькой, да? Чё? Подождите, это сейчас серьезно? Это сейчас не шутка была? Я просто сейчас, честно, выпал в осадок от того, как увидел, как она работает. И вот такой у нее буст, несколько этих запустить. Да это шляпа, ребята. Не, я, конечно, понимаю, что можно начать с такой, как бы, этой. Ну, мы, в принципе, с них и начали. Но, блин, это какая-то шляпа, ребята. Не, ну пофиг, чё. И чё, вот теперь у него кончились лепестки, и что он бесполезным стал, сидит себе. А то и все, сидит и сидит. Так, давайте вот этого заморозим. На всякий случай еще. Блин, да ну это вообще га-га-га-гашечка. Полная какая-то. Просто какой-то трешак лютый, ребята. Я не знаю, это как вот... Блин, а я зачем потратил-то этот? На самом деле я не знаю, зачем я потратил. Мы же не пройдем ни себя. Или пройдем? А может и пройдем, на самом деле. Половину уже прошли.
Ну, у нас отстройка слабая. Очень слабая. Да блин, они... Не, ну это вообще какой-то бред. Честно. Этот, блин, пока родит, уже все простынет. Так. Хотя, в принципе, половину-то уничтожили. Не, ну ты можешь это, ну, та ну нафиг, это вообще какой-то дебилизм. Ну и вот и шо оно, вот это, то что, так. Я что-то вообще нифига не понимаю. Так, ладно, давайте хотя бы завязаем вот эту шнягу. Хотя бы там уничтожим тех. Так, давайте пошел. А, ну это, в принципе, финальная волна уже. То есть тут, в принципе, мы справимся. Должны. Ой, внизу беда, ребята. Внизу беда. Блин, здесь гаргантюа идет. Ну, гаргантюа-то это не проблема, потому что он идет хотя бы... Ну, на этот, на газонокосилку. А вот в нижней сейчас чуть не проиграли. Обидно было бы проиграть, потратив... Так, ну ладно, уничтожаем этот. И все на ништяк. Блин, ну вот это лажа полная. Я не знаю, как они... Как это все работает, но это что-то какая-то хрень полная. Вот в этом мире мне вообще не нравятся растения. Ну да ладно. Уровень прошли, и то хорошо. Прошли и норм. Так. А я никакие бусты не юзал. У нас вот этот очень хороший буст. Плюс вот эти можно забустить. На самом деле я, наверное, их забущу сейчас, чтобы уже иметь их. Ну, ну не суть, короче. Вот. Нам как бы смысла собирать растения уже нет. У нас их 60. Вряд ли мы их потратим. Produce and list 5000 солнышек. Так, ну вот здесь, кстати... Ой, а зачем я ее забустил? Я ж теперь не смогу ее брать по-нормальному. Ну ладно, сыграем классикой. Хотя с драконами лучше комбинятся обычные эти чуваки. Так, и пожалуй, лучок. Все, let's rock. Сейчас попробуем сыграть стандартом. Ноль из 5000. Так, ну тут, мне кажется, надо тогда держать, пытаться оборону с самого, блин, этого, чтобы вот здесь поставить стенорехи как-то.
Ну, не, блин, пока родят эти подсолнухи, солнухи свои. Так, ладно, это все лабуда. Мне надо чем-то убить. Ну ладно, не пожалею даже чабунку. Сейчас тогда будем эпично закрепляться здесь. Так, ты, чувак, постой, паровоз. Не спешите колеса. Кондуктор, притормози чуток. По газам, тормозам. Блин, ну это беда. Да ну это вообще беда. Так, ну буст мы никакой не юзали. Не, я могу, конечно, сделать. Надо было, кстати, по-верхнему делать. Да надо было раньше делать, на самом деле, это. Блин, мах, чародей, кудесник. Вот что такая выражая. Да ну нафиг, колдуны пошли. Не, так мы не пройдем. Ну тогда, ой, save and exit, опять не то нажал. Сразу рекламу мне суют. Так, а ну-ка. Рестарт. Так, ладно, берем, наверное, буст и не паримся здесь. Понимаете, вот в чем беда. То есть, если бы... Ну ладно, 5000 солнышек, есть у меня решение насчет этого. Давайте тут тогда мы вот это уберем, все дело. И будем так, и где мои эти? Где еще за сотню колючка? На всякий случай. Так, все, let's rock. Сейчас мы тут эпично понаотхренячиваемся. Сразу. Сразу пошли тут нон-стопом фигачить. Во, солнухи-то пошли-то как. Во, нормально. Так, эти по 250 надо не забывать садить. И вот эти ж надо не за... Так, а вот это беда. Скотина, а? Не, вот эти вот орликины, блин, ну это вообще трешак. Блин, да идите в анус, ну в твою мать-то, а. Орликинчики, да хорош. Да это вообще бред, просто бред. Да какого черта? Сейчас еще проиграем с кучей бустов. Это будет вообще такой мега эпик дикий фейл. А кто поубивал мои эти? Мои колючки? Почему здесь прорыв? Как они вообще проходят? Почему я не могу поставить? Да ну нафиг, это бред! А, ну все, это последняя волна, это не бред. Все нормально, прошли, 5000 сделали. Блин, ну видите, и такое бывает.
Вот так. Континия. Континия. Так. В принципе, нормально. Прошли этот уровень. Потратил я два буста. На стриме чувак пишет, хотел задонатить и троеточие. Ну, хотел донать. Чего об этом писать-то? Или ты хотел и передумал? Ну, очень жаль. Текс. Ох, вот это вот хорошие бусты. Ну, в смысле, эта ромашка, она особо нам нафиг не нужна. А вот то, что дракон появился, это здорово. Так, надеюсь, седьмой левел будет нормальный. Что-то на самом деле уровни такие, ну... Ну да, тут сложность на всю катушку. Поэтому как бы... Тяжело играть. Блин, ну давайте мы будем проходить все-таки. Я тогда в каждый левел буду брать более-менее сильные бусты. Раз такое дело. Так, а где золотой арбуз? Ой, золотой, замораживающий. Все, нормальдыс. Сейчас мы, короче, от... Let's rock. Сейчас мы, короче, устроим тыч-тыч-тыч. Так. Думал, деньги есть, а нету. А, ну тогда понятно. Тогда ладно. Значит, не судьба. Не донатить. Так. Шишик, у тебя девушка есть? Девушки нет, жена есть. Так. Сейчас мы, короче, этот. Тут устроим тыч-тыч-тыч. Тыч-тыч-тыч. Во, нормальдыс, да? Ля, он, зараза, этим своим грёбаным медузам его остановил. Ну ладно, в принципе, надо вот этих тормозить, потому что... А, да, взорви! Ну, блин! Да ну нафиг, что это за говно такое? Слышь, ты хорош медузы-то кидать. Ну где еще деньги? Ну охренеть теперь, блин. Суши на мне приготовь. Так, давайте, наверное, где-то вот тут вот врубим, чтобы оно тыч-тыч-тыч. Вот, денежки сразу появились. Сейчас мы тут устроим им тусню. О, ништячок. Ну, блин! Нет, солнышки вообще какие-то трешовые. Да ну нафиг они проходят, эти быстрые с газетами, блин, читатели, любители почитать, блин. Тоже мне. Я вообще на самом деле переоценил буст этих. Хотя не, вот они хороши против больших. То есть они действуют по сути как. Так, ну ладно, мы сейчас вот тут вот тоже бустанем. Чтобы это наверняка и все. Они действуют довольно-таки неплохо против этих, против больших, ну как бы против большого скопления, а вот против конкретного какого-то зомба в броне это не есть хорошо. Так, я могу запустить. Ну ладно, по нижней линии пусть идут, там мы остановить, в принципе, никак, наверное, не сможем уже по дефолту этих. А, так это уже мы приближаемся на самом деле к последней волне. А ну-ка, дайте-ка я тут жахну. Пусть сейчас по нижней линии проедет газонокосилка и нормальдыс. Вот у нас беда, вот. Вот это реально беда. Ну, этот, кстати, расколдовал сразу все сушины. Блин, ну летят, ну просто, ну нереальное количество эти говнюки со своими. Я не знаю, но это просто какой-то лажа. Убивать надо этих клоунов. Так. Верхняя линия меня вообще не интересует. Там у нас этот. Там у нас, если чё, имеется... Ну, в общем, газонокосилка. Поэтому пусть там идут как хотят. Мне абсолютно по барабану.
Не, прошли, прошли с бустом. А, не, ну еще не прошли, но сейчас пройдем. Сейчас мы тут устроим тусню. На, сейчас пройдем. Все. Хоть потратили все газонокосилки, но все равно прошли. Нормально. 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 Очень даже. Ну и буст, конечно, потратили. Ну, что делать? Проходить-то как-то надо уровни. Вот. Так, о, тосм нам выпал. Это хороший буст. Это замечательный буст. Так. Давайте зайдем, сейчас пересадим буст. И... Да и все, давайте тогда на этом я этот выпуск и закончу. Ой, вот этот мне не нравится. Всем большущее спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.